Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится с 10 по 17 января. И в первую очередь про испытания на Fortune Island. Здесь вас будет ждать 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. Как и в прошлый раз, за первое место против драйватаров уровня Эксперт можно получить 3 призовых игры во всех 3 чемпионатах. На основной же карте вас будет ждать 2 сезонных выходки и 4 сезонных чемпионата. Ну а теперь поподробнее. За первое место против драйватаров уровня Эксперт в спринте в Wellenden on Sea вы получаете призовую игру 15 тысяч кредитов и лыжную шапку. За первое место против драйватаров уровня Эксперт в спринте в Waterhead вы получаете призовую игру, призовую суперигру и 15 тысяч кредитов. За первое место против драйватаров уровня Эксперт в спринт-кроссе в Рановской лощине вы получаете призовую игру, 15 тысяч кредитов и автомобиль Hoonigan RS200. И за первое место против драйватаров уровня Непобедимый в командном автокроссе в Рановской лощине вы получаете одежду, футболка Триал. Ну а теперь переходим к недельному форзафону. Первое испытание называется Соня. Для его выполнения вам понадобится автомобиль Volvo 850R 97 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется Шоссейный турер. Для его выполнения вам понадобятся шоссейные круговые гонки, на карте они выделены синим цветом. А потребуется от вас выиграть 4 шоссейных кольцевые гонки. Следующее испытание называется «Сделанный для людей». Для его выполнения сложного ничего делать не придется. Вам необходимо просто накатать 20 километров. И последнее испытание называется «Расплавленное ядро». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать техники дрифт и дрифт на ручнике 5 раз. Все, что для этого нужно, это просто пустить машину в занос. Ну а теперь о наградах. Как и всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Из одежды в этот раз эпическая футболка Пеликан и куртка-бомбер Единорог за 75 очков. Автомобиль в этот раз легендарный, это Lamborghini Urus Concept 2014 года за 175 очков. Ну и главный приз за этот форзафон — это Chevrolet Nova Supersport 69 года Forza Edition за 300 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 17 января. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.